Мила Кунис внезапно стала блондинкой в стиле Харли Квинн, автор 28.09.2019. Мила Кунис уже много лет не изменяет своему привычному каштановому цвету волос, который, стоит признать, невероятно ей идет. Однако на днях актриса решилась на радикальные перемены во внешнем виде. Несомненно, такого шага от Милы не ждал вообще никто. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. 36-летняя супруга Эштона Катчера побывала у стилиста, который ее радикально преобразил, можно сказать, что от мастера она вышла совсем другим человеком, перекрасившись в платиновую блондинку. Впрочем, блонд – не единственная новинка в образе звезды «Черного лебедя», кончики ее волос выкрашены в аквамариновый цвет и на солнце пряди переливались сине-зелеными бликами. Увидев новое фото с актрисой, некоторые комментаторы даже начали шутить, что она случайно угодила в банку с зеленкой. Впрочем, пока фанатам знаменитости не удалось увидеть результат окрашивания во всей красе, Мила решила собрать волосы в низкий пучок, и помимо этого надвинула на глаза темную бейсболку. Поклонникам звезды остается лишь выдвигать предположение, что ее заставило пойти на столь радикальные перемены во внешнем виде. У некоторых из них появилась версия, что новый образ звезды продиктован некой ролью для очередного кинофильма. Другие решили, что она просто вдохновилась персонажем вселенной DC Comics Харли Квинн. Впрочем, большинство комментаторов полагают, что причиной таких метаморфоз стали последние новости о супруге Кунис, актере Эштоне Катчере. На днях были представлены выдержки из скандальных мемуаров Дэми Мур, которая была женой Эштона до Милы. По признанию звезды, солдата Джейн, бывший супруг был ей неверен и склонял к интиму втроем. На этом откровения Дэми не завершились. Сообщается, что эти мемуары шокировали Кунис, вогнав в стресс, и неординарное окрашивание стало его результатом.